Здравствуйте, меня зовут Сафина Лиза. Я вам сегодня стишок расскажу. Это письмо ко всем детям по одному очень важному делу. Дорогие мои дети, я пишу письмецо. Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и лицо. Все равно, какой водой. Ключевой, из реки, или в колодце, или просто дождевой. Нужно мыться непременно. Утром, вечером, днем, перед каждую еду, после сна и перед сном. Тритесь губкой и мочалкой, потерпите, не вида. Чернила и варенье смоют, мыло и вода. Дорогие мои дети, очень-очень вас прошу, мойтесь чище, мойтесь чаще. Я грязну не выношу, не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним. Сам я моюсь очень часто. До свидания, ваш любимый.